Сегодня утром ведущие российские фондовые индексы торгуются разнонаправленно. Цены на нефть растут, а посему у рубля есть шанс укрепиться по отношению к доллару и евро. И сегодня наши цели по паре доллар-рубль 62-62,5, по паре евро-рубль 70-73. Стоит сегодня обратить внимание на календарь макростатистики, в Европе будут выходить важные данные.